А вот народные гуляния в загородном клубе «Роджер» в Энгельсе Саратовской области продолжались всю масленичную неделю. С понедельника по воскресенье в праздничных мероприятиях здесь приняли участие около 1000 человек. В последний день масленицы программа завершилась сожжением чучела. Проводили зиму аплодисментами и песнями. Гостей праздника встречали не только горячими блинами и чаем, но и конкурсами, песнями, плясками и другими развлечениями. По словам директора клуба Галины Сироид, детям особенно понравились собаки породы хаски. Они не только охотно фотографировались с ними, но и могли отправиться в маленькое путешествие в собачьей упряжке по зимнему лесу. Также гости праздника, многие из них приехали в Роджер из других регионов, могли покататься на лошадях, поучаствовать в конкурсах от скоморохов.